Ну, расскажи свое впечатление об этой игре. Впечатлений не так уж много. Проиграли по делу, по сути. Пропустили слишком много мячей, потом пустили пятого. Не успели просто отыграться, не хватило времени. А практиковали ли вы там на тренировках или в других играх вот пятого разыгрывать вообще как? Ну, мы уже против телег разыгрывали пятого. Отыгрались 3-3, по пенальти выиграли. Сегодня не повезло. Как вам команда соперника? Союз, мне кажется, будет в финале фаворитом против USB. Будет ли у вас мотивация в матче за третье место, чтобы вот, ну, медали какие-то взять? Ну да, конечно, естественно. Медали-то всегда хорошо. Но, мне кажется, 16 бит будем играть. Посмотрим, как получится. А знаете что-нибудь о сопернике 16 бит? Я не знаю, я просто знаю, что кто такие USB, и не знаю, кто такие 16 бит, поэтому, мне кажется, они и проиграют. Все, спасибо. Дальше.